Криптовалютная лихорадка в разы увеличила продажи майнинговых ферм в Сингапуре. Хозяин одного из магазинов говорит, что если полгода назад он продавал 1-2 фермы в неделю, то теперь это число увеличилось до 10 и продолжает расти. В Сингапуре лояльно относятся ко всему, что связано с криптовалютами, в стране приняты законы и существуют биржи. Некоторые китайские предприятия уже эмигрировали на благодатный остров, хотя в отношении стоимости электроэнергии Сингапуру пока не сравнится с Канадой, Исландией и некоторыми другими государствами.